слава богу. Слава богу. Не грифте меня, не грифте в этом поле прекрасном, ромашку. Машинку я подгрифлю. Опять забыл наконец, кстати, нубик. Ой, блядь! Жесть, я этого звука испугался. Ядрить его стерно. Бонус за убийство. Дурачком можно стать, мужик. Я скример столько видел, я уже давно дурачком стал. Ой, блядь, вот эта зона, угадывай, в какую она уйдет потом. Сюда, по центру. Там кнопки полетели. Блядь, кого там так люто грифит? Ебать, он еще живой. Охуеть, он навпитывал. Запущен ядерный снаряд. Я в легком шоке, так называемом. Я как-то слышал историю о челе, который пережил. Блять, снайпер на крыше, пизда. Видел ли он меня? Чели, который в одном городе пережил этот, блядь, ядерный взрыв, а потом в другом. Жёстко. Зоны, конечно, чутка прогадал. Ебать, я что-то вообще законтролить не мог, ган, пипец, его в разные стороны кидало. Стрелок. Найс. У нас стрелка загрифили. Пизда мне. Он тут лежал просто. Как же он меня умом взял. Нихуя он по мне попал жестко. Жестко. Хоть хейт пошел. С горками нас это стреляет или нет? Просто телепортироваться хочу вообще. Ау! Сука, попал один раз по мне. Да, тащил там сверху. Ааа, плохо. Ебать, да что она так медленно едет? Ебаный сыр. Хотя я чуть-чуть не умер. На выходе. Сейчас зону увидим. Бонус за выживание. Получена прицельная защита. Мастер дробовика. Нихуя не вижу, как стреляет, а пиздец. Давай, блять, постреляй по нему. Ебать, нихуя он мне дал. Класс, ты гений, блядь. Ноль ПТС за эту катку. Ебать, я полутался с кайфом. Бля, это этот чел по прямой побежал. О боже.
Ты упал мне на голову. Это жестко. Что? Как он вообще это сделал? Я первый раз такую херь вижу. Впервые в жизни. Бонус за убийство. Damn, son, it's crazy. Так, ну этими четырьмя килами, я думаю, я точно уже засекурил 1000000%. Металлические шарики. Металлические шарики реально для любителей сеги. Бэм! Бонус за выживание. Нет, ты не успел сесть. Какой же у него герой отличный. Блин, я думал, я с сайгой выйду, самое главное. У меня 2000 было в руках. Пипец, он меня стер сразу же. Так, новую там уже не начать. Пойдем на файринг рейндж, попробуем прыгнуть. Он никак, блять, вообще с орлом не взаимодействовал. Может, дело вообще не в орле. Угу. Жестко. Как сделать, блять? Вы же оба советы даете. Вы должны были понять. Под боком стоять. Я в охуе. Прикольный прикол. Чё-нибудь скажешь. А чё мы тут теперь играть? У меня такое чувство, что сейчас половина лобби будет ФРМ, что половина на шотган-мастере. Эти шотган-мастеры так-то люто могут игру подпортить. Ты же не будешь со мной падать, правда? Ты же видишь, что я на час раньше приземляюсь. Блять, что с релодом? Уходи нахуй. Бонус за выживание. Бля, где-то я такое начало видел. Что-то молния одну точку не бьет, конечно, дважды, поэтому что-то я вообще не уверен. 16 стрелков, 16 мастеров дробовика, блять. И это только квалы. Пиздец, это такое лютейшее рандомище будет. Это жестко. Изэ. Походу надо шотган мастером играть. Я, блять, я так не ненавижу шотгана в любых играх. Ой, самая мерзотная зона из всех возможных. Не ударила в одно место молния дважды. Получена модификация ПП. Модификация ПП, сука. Что ж ты мне на М-ку-то не даешь, падла ты. Просто козлина ты. О, прекрасное поле я пересекаю.
Это 27, но мне кажется, 16 может вероятность быть. Вверху есть, конечно же, телепортер какой-то, решил ганмастер. Леха. Ебать, умом, конечно, играю. Пиздец. Бонус за выживание. Даже в следующем раунде и финале также сделать умно. Два стрелка осталось. Как шотганера раскидали. Пиздец, это бред. Блять, вот это анимация. Вот это анимация. Повезло, повезло. Ебать, чуть не убило. Он в этой хуйне сел, лол. Они друг друга так насли. Что? Как они там прячутся еще друг от друга, нахуй? И чё? Блять, ебать, я закинул. Ёбаный в рот, потому что наверх вертикально нельзя смотреть. Наверх вертикально смотреть нельзя, но он еще больше закинул. Я мог нажать кнопку, чтобы он не мог хилиться быстро. Лол. Ну, очень, конечно, интересно. Ну, я от зоны огреб, как вообще, блядь, ебанат. В финале нельзя так будет делать. Я что-то... Когда в самый верх смотришь, ты не можешь в самый верх смотреть. Там, типа, ну... Градусов 20 не хватает, чтобы в самый верх посмотреть. Как он не смог меня переиграть? Не понимал, где центр или что, блядь? А? Хотя прицелился, я вот тут огреб. Видите, куда меня прицел? Это я на самый-самый верх смотрю. Ну я не успел эту аптечку даже съесть. Она даже не начала меня хилить. Я просто начал позже получать дэмэдж, потому что больше в центр встал. И все. Видите, я не успеваю доесть. Все, он умер. Она меня не отхилила, не на тик. Тут присед 2, это жестко. Следующий топ 16, наверное. Я вас молю, нахуй, отставьте это мне. Я вас, блядь, умоляю просто, гайс. Упадите все на милитари, хуилитари. 13 стрелков, 20... Стрелков меньше даже, чем шотгамастеров. Лол. I don't believe my eyes. Ой, блядь. Шифтанет ли эта зона обратно? Вот в чем главный вопрос. Только если ты сейчас не комбо прокнешь, 25%. Получен прикрывающий огонь. Это очень плохо. Бонус за выживание. Пизда, получена модификация ПП. Ебать, а в бревне, мама. Я в ахуе. Блин, сколько хп, интересно, у того шотганера осталось.
Это Габелла, блядь. Это зона, это просто кал лютый. Я, блядь. Я так хотел. Ладно. Хоть он живой еще. Первое убийство. Блять. Бонус за выживание. Нихуя себе. У меня лютейшая проблема — это вышка. Она не дает мне встать в нормальную позицию, блять. Что, ебанулся? Нахуй ты это делаешь, блядь, дурак. Давай, давай, хуярь его, блядь. Так, блядь! Чел, передо мной нахуй, под тобой сидит. Иди в очко просто, блядь. Или он убил его? Чел, блядь, нахуй ты так трейдишься? Слава богу, потому алкашу стреляют. Топ 16, найс. Ебать, я за зоной. Да как ты меня видишь так долго, блядь? Аж пиздец далеко убежал. Я думал, это телепортеры надо мной. Нормально. Топ 8 есть, стопудово проходим финал. Бля, ну если... На нахуй! О боже. Бля, надо шотган мастера брать. Как же он решил отдать топ-1 жестко. А когда телепортер успел отвиснуть, я извиняюсь. Но походу он и убил маркера. У народу, конечно, сочно откисло. Но обидно. О, я так не хочу на нем играть, но надо. Но надо. Я просто понимаю то, что ничего в лете на Firearms не сделаю. Я просто сделаю ноль. Я так не хочу на Shotgun Master, вы бы знали. Фак мой мозг. Ха, сука. Бойтесь, я лечу, не подходите, я вас молю, блядь. Отдайте мне это, парни. По-хорошему. Я фул один упал наверх? Unbelievable, блядь. Я не верю. Еще большую кто-то мог упасть, просто я не заметил. Надо флешки собирать. Сейчас вспомнил. Не знаю, сколько я их прошел уже. Мейнз. Три перка остались. Три мне нужных. Пау, пау, пау. Как же они наяриваются, этих. Получена ударная светошумовая граната. Типа, блядь, за ударную светошумовую гранату, сука. А шотган мастер без перков на шотган. Может быть, занято, правда. Я без падения, блядь, нормально. Я в ахуе. Я без падения нормально. Не-не-не-не-не-не-не-не, иди нахуй.
что нахуй? Чё ты, блядь, делаешь, чел, нахуй? Ебать! Иди нахуй просто. Чё вы творите? Кого хуй? На, попей, блядь. Как будто дом твой спалило, блядь. Ну, на Firearms я бы уже не дошел до сюда, все, что могу сказать. Firearms я бы умер 5 минут назад. Хоть мне два перка не выпало, единственно нужных. Получена модификация SP-686. А почему два левела-то, блядь? Почему не три? Не знаю, че это, еще все еще тут или нет. Дал себе на всякий вот такое. О, да ты гонишь. Как же она оттекает с меня. Первое убийство. Я в ахуе, я в ахуе. Бонус за выживание. Да иди нахуй, блядь! Хорошо! О боже, у меня давление поднялось, блядь, я уже старый. Победа! Как же я ни по кому не стрелял, ну вы видели, а? Ну вы видели эти чудеса выдержки? Я научился на последних двух туриков и просто не стрелял ни по кому. Это было божественно. Это было божественно. Интересно, как этот чел умудрился меня не убить, самое главное, ластовый. Боже мой, как же он попал флешкой, он подбежал на нужное расстояние. Вот это киберспорт. И даже не пришлось прыгать через всю карту, как я научился. Вперед, Хаутмира, суперпипл. А когда уже лан по суперпипл? Для сольников, это было бы гениально. А то, если будет командная, то придется хрона брать, там такое. Куплю себе яхту такую с призовых, как только придут. Только бумажную и 10 раз меньше. Да, это было прекрасно. Это было прекрасно. Как же эта игра хороша, это невозможно.